Продолжаем наше с вами выживание, так что всех приветствую, всем приятного просмотра, и давайте сейчас с вами огонь зажжем, разведем, потому что уже ночь, и не хотелось, чтобы на нас сейчас тут животные напали. Во, шикарно, дрова, топливо, 2 часа, хорошо, мы еще туда добавим. Нужно будет еще поставить, сейчас сделать себе уголь на утро, так что тоже зажигаем. Есть, отлично. И вот тут тоже. А с утра уже я потом покажу, что я хочу делать, и будем выполнять с вами дополнительное задание. Так, давай, наверное, добавим еще дров немножко. Ляжем, поспим. Как раз животные все уйдут. Да, тут есть волки, медведи, кабаны, которые на нас нападают по ночам, так что лучше спать. И нужно будет как-то позаботиться, сделать себе либо забор, или какую-то, не знаю, преграду, чтобы они сюда не заходили. Так, давай еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Так, отлично, отлично. Давай добавить. 8, 9. 10, шикарно. А, тут сюда могу добавить? Нет, не могу. Все, пошлите спадки. Хотя не, погоди, никаких спадки. Нужно сначала сделать себе воды. Потому что жажда у нас мучает. И потом ляжем спать. Да, кстати, перенес я сюда костер, как вы видите. Вот теперь он у нас здесь находится. Во-первых, так красивее будет, а во-вторых, мне не нужно делать заднюю стенку. А у нас стенка как раз служит наш домик, где мы живем. И плюс здесь каждый день идет дождь. И все, что в вашем инвентаре, то есть у вас в карманах, вот это вот находится, оно промокает. Здесь есть соль, и когда, к примеру, вы добудете себе соль, сделаете, пойдет дождь, у вас она исчезнет, просто растает. Так что нужно тоже заботиться о вот таких вот укрытиях и хранить все продукты, которые могут из-за дождя пойти по одному месту, где-то здесь хранить. Так, а по поводу, помните, я пытался сделать себе каменный пол? Вот такой вот здесь. Я не могу его сделать из-за того, что у меня, к сожалению, нету лопаты. Я надеюсь, что лопату в дальнейшем мы с вами сможем сделать. И потом можно будет сделать вот такой вот пол, к примеру, да? Каменный. Вот такого вот плана. Чтобы было все красиво. Так, а я могу здесь тебя разметить еще? Могу, да? Во, нужно будет реально потом сделать вот такой вот каменный пол у себя. Так. Давай вернем назад, попьем водички. Выпить все. Потом берем тарелочку. Сходим, сейчас наберем воды. Поставим вариться, ляжем спать. И с утра у нас как раз с вами будет чашечка водички. Конечно, я думаю, нежелательно так бегать из-за животных. Но надеюсь, нас не покусают. Так, все, побежали. О, слышали? Вот это уже. Вот это уже мне не нравится. К нам кто-то пришел. Все, 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 я ухожу с падки, все. Не злитесь, пожалуйста. Все, пошли. Спокойной ночки всем. Спать. Всем шикарно. Так, что нам нужно? Создать грязевой кирпич. Хорошо. День третий. Так, зараза продолжает распространяться. Вот это вот плохо. Что у нас по поводу пить? Выпить все. Давай сходим еще, наберем водички. Добавим топливо на 3 часа. Пусть будет.
И нужно будет повыполнять задание. А вот по поводу этой заразы. Я знаю, что здесь есть зелье, которое останавливает эту заразу в нашем организме конкретно. А вот по поводу... Можно ли... Так, дай тарелочку. Можно ли от нее избавляться конкретно таким образом, чтобы подойти, к примеру, в этот туман, кинуть какое-то зелье, и оно исчезло, я не знаю. Возможно, в будущем нам придется сюда и переехать, потому что у нас, вот видите, да, впереди вот этот вот туман зеленый есть. Вот это вот туман. Не знаю, можно ли будет от него избавиться. Либо не можно будет. Посмотрим. Но мне отсюда бы не хотелось переезжать, тем более вот... Сами посмотрите, уже из... Начало что-то вырисовывается. Потихонечку. Так, давай добавляем сюда воду. Варить. Что нам нужно? Нам нужно создать кирпич. Нажмите С. Кирпич из грязи. Где у нас тут кирпич из грязи? Вот, грязовой кирпич. Что нужно? Грязь. Грязь, грязь, грязь. А грязь у нас находится, по-моему... Так, почва, почва. Почва. Грязь, значит, где-то возле реки должна быть. Да, это все почва. Но когда мокрая почва становится, то она превращается в грязь. Так, песок, песок. Почва. Блин, ну, мы можем, конечно, собрать с вами почву. Да, мы можем собрать с вами почву. И с помощью воды... С помощью воды можем сделать себе грязь. Наверное, так и будем сейчас делать. Потому что дождика нету, а без дождика грязь не получится. Значит, нужно, знаете что? Забрать тарелочку. Сбегать домой, забрать тарелочку. Выпить водичку. Занимать колбаску. Съесть одну. О, шикарно. Просто почему я сейчас ем колбаски, а не готовлю кроликов? Из-за того, что болезнь распространяется. Выпить все. И у нас каждый разом, когда мы кушаем кроликов, будет расти вот эта вот штука. Вот этот вот блайт. Значит, пока мисс 0.6. А с каждым новым кроликом оно будет там по пару процентов расти. А мне бы не хотелось этого, так что лучше немножко подождать. Давай, нямай. Нямай, нямай, нямай. Так, что нам нужно? Нам нужно создать с вами грязевой кирпич, грязь. Грязевой раствор, мягкая глина. Я просто знаю, что он можно как-то... Грязь сделай, да? Грязовой раствор. Мягкая глина, мягкая глина. Почва. Но у меня-то есть глина. Просто мне не хотелось бы ее тратить. Она нам пригодится для кирпичей. Ну ладно, давайте хотя бы... Соточку оттуда мы с вами заберем. Вот наша глина. Давай соточку. Соточку, я говорю, сказал, возьмем так. Вот. Шикарно. Давай теперь смотреть. Грязовой раствор. Смешать. Где ты? Вот. Правильно ж? Все, я же могу сделать теперь предмет. Грязь. Нет, не могу. Угу. Не могу, потому что... Потому что что? Блин, а мне придется... Придется ждать дождя. Я так не смогу это сделать. Так, ага, у нас уголь готовый. Отлично. Значит, я зря потратил
Значит, я зря потратил это, как его, глину, получается. Ладно, сейчас будем смотреть. Может, где-то возле реки сможем найти себе грязь. Все, это у нас был уголь. Вот еще уголь. Вот еще уголь. Отлично. Давайте бежать к реке. Я не знаю, куда. Тогда да. Бежим к реке. Почва, почва. Нам нужна грязь. Просто без грязи я не смогу дальше выполнять задание. Так, хорошо. Давай смотреть. Вот грязь. Шикарно. Значит, можно все-таки было не тратить нам с вами нашу глину. Ну, ладно. Так, грязь, крафт, кирпич. Есть, хорошо. Что нужно? Установите фундамент для печи из грязевого кирпича. Хорошо. Как думаете, с какой стороны мы с вами будем ставить эти печки? Может, слева где-то? Или справа уже как пошли? Справа здесь и будем крафтить. А слева у нас, может, что-нибудь другое будет. Как думаете? Где мне тут бы печку это поставить, так, чтобы она у нас вечно потом стояла. Так, а давай посмотрим, смогу ли я поставить тебя... Что мне нужно? Строительство. Нет, не то, да, наверное. Печка, печка. Где ты? Печи. Вот это вот, да? Разместить. Ага. А, без... Ясненько. Не могу. Может, печку вот тут поставим и будем идти вот с вами вот так, в эту сторону, вправо? Как думаете? Ну, на крайняк мы потом сможем это все с вами перенести. Так, грязь, крафт. Лепить, лепить, лепить. Нужно будет еще сейчас бегать. Угу, еще 15 штучек. Хорошо, давайте, наверное, знаете, как мы сделаем. Я смогу здесь уголь с вами положить. Так, крафт, бросить, информация. Крафт, ага, информация. Нет, не могу. Я хотел сложить кучкой этот, как его, уголь наш. Давай тогда заодно наберем сейчас воды, поставим кипятить, наберем грязи. Сделаем кирпичей. Так, вот набираем. Сделаем себе кирпичей. И продолжим дальше. Так... Лепите глиняную чашку и заклейте ее в печи. Да, в печи мы можем заклеить эту чашку, только нам сначала нужно сделать эту печку. Крафт, давай делать. Нам, по-моему, 15 штучек нужно, да, если я не ошибаюсь. Надо палочку куда-то убрать. Блин, далеко грязь, придется бегать. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Все, шикарно. Давай набираем водичку. Побежали. Как раз нам этого должно сейчас хватить будет. Так, здесь, когда идет дождь, то можно и здесь грязь собирать. Но земля высохла. Да, и нужно будет какой-то навес придумать помимо забора, чтобы у нас не мокли наши материалы, особенно такое, как дерево. Так, все хорошо. Добавить, делать.
Нужно будет сразу мне, по-моему, 15 кирпичей сделать. Высушить, если не ошибаюсь. На другую печку, где мы сможем металл с вами плавить. Сейчас посмотрим, хватит ли мне глины вообще. Либо не хватит. Так, шикарно. Здесь мы тарелочку с вами ставим вот сюда. Варить топливо на час. Давай возьмем, наверное, одно бревнышко. Вот так вот добавим вот сюда. Ну. Еще на часик. Все хорошо. Идем за глиной. Глина, глина, глина. Мягкая глина. Хорошо. Так, грязь. Не знаю, нужна ли нам грязь тут, либо не нужна. Так, крафт. Что нам нужно? Нам нужна чашка, да? Лепить. И вот такие вот кирпичи. Потом, я помню, нам понадобится тигель. И понадобится форма для ножа. Нет, форма из глины. Для гвоздей держана. А, вот. Для пильного лезвия. Так что давайте, наверное, не будем спешить. Сделаем сначала чашку лепить. Есть, шикарно. И нужно будет... Наверное, давай мы грязь выкинем, да? Она пока нам не нужна. Наберем глины. Сделаем сразу себе 15 кирпичей. Они нам пригодятся. Создать крафт. Крафт кирпичи. Так. Два. Четыре. Ага. На всякий пожарный пусть будет, чтобы я понимал, не то, чтобы я понимал, хватает ли мне этого или не хватает, либо мне идти, еще нужно будет искать кирпич из глины. Блин, я вот это не знаю, как брать половину, типа разделять. Вот это вот что плохо, ну ладно. Мы-то вроде с вами, вроде никуда не спешим, да? Хорошо. Сейчас заполним по максимуму, сбросим где-то рядышком, а может и сразу их запечем, посмотрим. Так, что у нас? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14. И вроде 15 нам надо будет, если я не ошибаюсь. Так, крафт и 15, все хорошо, убираем. Ты кто? Грязь, 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 хорошо. Привет. Нужно будет чашку сейчас сюда поставить, во-первых. И сразу кирпичики. Ну, заодно, чтобы мы зря потом уголь не тратили. А вот как тут перевернуть, я не знаю. Чтоб сюда еще один кирпич влез, походу нельзя никак. Так, давайте добавим пока мисс 10 штучек. Нужно будет сейчас добавить хворост. Попить водички сразу же. Выпить все. Нужно будет добавить хворост, развести огонь и сделать чашечку. Так, где наши запасы? Вот наши запасы. Давай вот так вот. Пока месть сухое, да, отлично. Понеслась. Да, кстати, если что, то я смогу это все просто разобрать потом и перенести, если мне нужно будет куда-то в другое место, либо мне не понравится, что оно здесь стоит. Все, шикарно. Температура набирается. Давай добавим еще... топливо, да? 10 штучек. Слишком много топлива, недостаточно места. Хорошо. Отлично. 10%, 10%. Пусть потихонечку тогда оно идет. Тогда делаем вот так вот с вами. Да, нужно будет по-любому заняться полами. Может, деревянными. Деревянные дощечки, либо каменные, не знаю, посмотрим.
как она будет выглядеть, когда у нас будет лопата. Я либо камнем здесь все обложу, а потом сверху поставлю. И плюс навес нужно еще будет сделать. Либо я не знаю. Так, вот у нас коптильня. Коптильня, коптильня. Можно будет потом кролика поймать. Что у нас по поводу сосисунок, да? Наверное, на следующий день придется уже ловить с вами кролика. Из-за чего здесь оставил навес? Я же говорю, когда идет дождь, а у нас здесь будет соль, с вами будем добывать. Я не помню, по-моему, из... Да, вот. Корни одуванчика мы будем с вами соль готовить. И если бы не было крыши, то эта соль бы вся просто исчезла. Так, что у нас тут? 44%. Отлично, отлично. Долго, конечно, это все идет. И даже ускорить нельзя. Блин, а запасы-то наши иссякают все потихонечку. Нужно палочек еще, наверное, да? Набрать. Камушки есть. Ну, в основном, наверное, палки нужны. Так, давай посмотрим, где у нас тут одуванчик, палка. Вот палочка. Веточка. Это мы тоже пособираем. Потом нужно будет сюда сбегать по заданию. Мне соль нужно будет делать, так что... Потом сюда еще вернемся. Так, камушек, камушек. И больше вроде... Ага, вот длинная палка, вижу. Вижу, вижу, вижу. Забираем. Забрать, забрать. И длинную палочку тоже. Ага, недостаточное место. Ладно. Будем знать, что она у нас тут находится. Так, все. Подходим. Выложить все. Выложить все. И сюда давай добавить. Возможно, пока месь, оно все тут готовится, мне бы... Дров бы наколоть бы, как вы думаете? Хотя вроде вот здесь... Не, не, погоди, не то. Вот. Вот тут у меня есть. Давай, руби. Чтоб как раз у нас и на вечер было. А с помощью пеньков вот этих мы, по-моему, сможем что-то с вами ковать. Вот смотри, когда к нему подходишь, нажимаешь... Вот тут медь выковать новую. И здесь мы, по-моему, будем с вами ковать что-то там. Гвозди, да? Угу. Так что я их пока мест не вырубаю. Пусть будут. Мало ли, может, он быстро портится, этот пенек. Так, дрова, дрова, дрова. Дрова у нас вот тут с вами ставим. Забрать. Положить вот сюда. Добавить. Все, отлично. А что там у нас пикнуло? Это у нас готовая чашка? Да, чашка готова. Вот. Хорошо, кирпичи тоже. Сейчас мы с вами их соберем, поставим следующие, пока есть. Есть такая возможность. Сразу, чтобы они были. Нужно будет потом тигель еще сделать. И форму для заливания. Так, соберите 15 цветков ромашки. Ага, это сейчас нас научит готовить с вами соль. Ромашка, ромашка, ромашка. Где наша ромашка? Одуванчик, одуванчик, одуванчик. Блин, вроде что где-то ромашка была, да? Так, это одуванчик. А я не знаю, где у нас тут ромашка. Так, ветка, одуванчик, это не то. Блин, а есть ли у нас тут с вами ромашки? Или мне придется убегать далеко? Да, кстати, здесь есть два режима игры. И если, к примеру, в этом режиме я вижу, где я нахожусь, где наш лагерь, вот видите, да, костер и вот я, то во втором режиме этого метки не будет. Если у вас топографический кретинизм, как у меня, то, я уже в курсе, вы потеряетесь.
Так, а где наша ромашка? Кто мне скажет? Одуванчик вижу. Блин, может, давай одуванчиков насобираем. Ля, сколько здесь и палок, и всего. А, вот ромашка, вижу. Веточек сколько. Надо будет сюда потом... Нет. Брось палочку. Брось палочку. Ну ладно, давай соберем. Инвентарь полон. Все, тихо. Так. 5 у нас есть. Нужно еще 10 ромахи найти. Палка-палка. Ветка. Да, нужно будет реально потом... Без записи сюда сбегать и пособирать все эти ресурсы. Йо, волк впереди, видишь? Бежит. Вот это вот мне уже не нравится. Так, уходим отсюда. Так, высушите 15 цветов ромашки. Сейчас высушим. Куда нам? В эту сторону. Вот видите, если бы у меня не было метки, куда идти... Все. Я бы заблудился. И пришлось бы все заново начинать. А метки здесь никак не поставишь. Ну разве что бросать камушки маленькие за собой. Как крошки хлебные. Так, давай ромахи еще наберем. На всякий пожарный. Все, а вот мы и дома. Сейчас нужно будет сложить ромашку в костер, высушить. Палку сложить. Где ты? Вот сюда, отлично. Дай выйти. Так, по поводу кирпича. Есть, да? Шикарно. Отлично, отлично. Давай. Сюда и, наверное, еще добавим 5 угля на один часик. Посмотрим сейчас с вами. Так, ромашку можно вот сюда положить, чтобы она высохла. И по-моему, с помощью этой ромашки мы сможем чаек себе сделать. Вкусный, вкусный чаечек. Так, давай сюда выходим. Посмотрим сразу, что мы можем тут делать. И влезет ли нам в инвентарь это все. Крафтить. Дай вспомнить. Нам нужен тигель. Да, тигель. Хорошо. И нам нужен будет с вами вот такой вот лапоть. Где ты? Вот форма лезвия. Что мне нужно? Мне нужно 400. Хорошо. Так, вот так вот. Знаю, что я забегаю наперед, но я помню, что мне нужно будет этот вот, вот такой вот лапоть. Форма из мягкой глины. Ага, она у нас в руках. Сюда никаким образом она не влазит, да? А если я перемещу тебя сюда и вот так вот сделаю? Все, отлично, идемте. Пусть сразу это у нас с вами будет. Нет, не могу. Придется по отдельности все запекать. Так, давайте смотреть дальше. Положите тигельная печь. Одна штука. Вот про что я говорил. Нужно будет нажать на бэшку. Печи. Печь из глиняного кирпича. Нет, мне нужна тигельная, да, по-моему? Лавка. Вот, тигельная печь. Да, разместить. Давайте, наверное, ее тоже сюда куда-то вот так поставим. Согласны? А потом, если я говорю, на крайняк... Ой, а у меня костер потух. У меня потух костер. Это ничего страшного, конечно. Только единственное, что нужно будет сразу сделать, это... Взять вот так вот. Не туда нажал.
заправить это все дело. Из-за того, что может пойти дождь, и эти штуки могут у нас занамокнуть. А мне бы не хотелось этого. И давай добавим туда сразу топливо. Так, шикарно. Тем более нам нужно будет чаек делать из ромашки. Чтобы сразу у нас это все было. Добавить. Хорошо. Палочка нужна. Палочка вот эта вот, по-моему. И нужно будет высушить сейчас ромашку. Давай. Зажигаем. В любом случае нам нужен костер. За то, что у нас ромашка тут сохнет. Сколько? 4 часа. Да, хорошо, отлично. Ой, сори. Все, кирпич готовый, да? Давай туда лопать сюда засунем и добавим еще 5. И посмотрим по поводу бревен. Да, вот еще одна штука есть у меня. Нету места, окей. По-хорошему нужно было бы вот эти все деревья разрубить бы, наверное. А потом уже всем заниматься, ну ладно. Давай сделаем вот так, пока место там у нас готовится, сушится. Давай мы тебя тоже разберем. Я не помню, по-моему, мне 3 либо 4 бревна нужно, чтобы ночь спокойно провести. И чтобы на нас никто не нападал. Так, шишка, шишка, шишка. Я видел шишку здесь где-то. Сосновая шишка. А где сосновая шишка? Ее кушать можно. Вот сосновая шишка. Давай извлекать. Крафт. Достать, достать. Все. А эту шишку потом сожжем с вами. Все идет в ход. Блин, мне интересно, есть ли тут огород? Смогу ли я выращивать себе что-нибудь? Я бы хотел бы. Так, давайте, наверное, от пенька тоже избавимся сразу. Все равно нужно как-то время проводить, потому что там еще ромашка сушится. И плюс в этой какие в печке из глины лапать вот тут тоже еще закаляется. Так, соберите 60 небольших кусочков медные руды. А вот это я не знаю, где их искать тут. Подождите того, кто нашел загадочное письмо. Окей. Подождем, подождем, подождем. Так, забрать. Достаточно места. Почему? Ты не можешь поднять. Окейушки. Давай, положить. Давай вернем обратно костер наши дрова. Все, добавить. А сейчас могу. Да, могу. И тебя вроде могу тоже, да. Вот таких два бревна я могу с собой носить. Все, по идее, вот этого нам пока мест должно хватить. Давай ставим сюда. И ставим сюда. И подходим к этой печке. Добавите, что мне нужно. Грязовой раствор. 2000. Хорошо, сейчас будем делать грязовой раствор с вами. 96%. Окей. Грязовой раствор, грязовой раствор. А мне для него нужен что? Нужна мягкая глина, вода, почва, да? Мягкая глина, вода, почва, хорошо. Тогда сейчас сходим за водичкой, возьмем глины. Не знаю, побольше возьмем. Сходим, наберем воды. И нужно понямать, не забывать съесть одну.
Все, шикарно. Завтра будем уже, наверное, ловить с вами кроликов. Кроликов, зайчиков. Так, давай, набирай. Давай делать грязевой раствор. Грязевой раствор. Есть. Что мне нужно? Так, мало, да? Угу, мне вода нужна. Ну, набирай. Крафт. Давай посмотрим, сколько у нас всего есть. Наберем водички. Чтоб потом второй раз сюда не бегать. Может, нам и хватит этого всего. Глины здесь мало, как таковой. Она находится чисто у озер. Вот это вот что плохо. Здорово, зайка. Так, добавить 1200. Ага, а мне надо 2000. Хорошо. Есть 1500, блин. Падла. Что у нас тут? Соль. 40 грамм, отлично. Давай заберем. Нужно будет набрать сейчас водички. Так, это кто у нас? Ромашка, прикинь. А я даже не заметил. Все, шикарно. Так, давай набирать. И еще набрать. Ну, а можно набрать еще? Нет, не можешь. Так, погоди. Где наш тут грязовой раствор? Почему не могу сделать? Потому что у нас почвы нету, да? Почва? Все, хорошо. Ну, в чем проблемка? Но же ж вроде есть водичка. Смесь. Ой, а дай чашечку, пожалуйста. Хорошо. Чуть не потерял чашечку, представьте. Вы издеваетесь? Смешать. Давай еще наберем. Блин, вот эта вот механика иногда меня, конечно, поражает. Так, побежали домой. Вот много бревен получится из этого дерева. Здорово, ромашка. Молчишь, да? Растешь себе спокойно и молчишь. Так, давай к костру. Пока у меня есть такая возможность. Добавим еще ромашку. Вот сюда. А тебя добавим вот сюда и варить. Так, давай посмотрим. Блин, не хватило еще буквально крапулечку, да? Крапапулечку еще не хватило буквально. Что у нас тут наш лапоть готов? Да, лапоть готов. Ладно, побежали к воде. Сделаем еще раз раствора тогда. Так, набирать. На С смешать. Хорошо. Все, по идее, этого должно хватить нам, чтобы мы не бегали туда-сюда по 200 раз. Или нет? Я тут где-то палочки видел. Вроде бы. Ну ладно.
Они нам пока, я думаю, не нужны. Ну, кроме тебя. Я тебя заберу. Заберу. Так, давай смотреть. Наконец-то. Все, мы это сделали. Да, когда вы разбираете, кирпичи вы-то получаете обратно. А вот нужно будет вам опять грязовой раствор делать. Так что, если что, учитывайте это. Так, есть. Угу, добавить. Потом это все мы с вами добавим. Так, дай сюда. Цветы ромашки. Если не ошибаюсь, мы можем сейчас с вами чаек заварить, да? Так, сейчас выполним задание. Вот, отлично. И сможем сейчас с вами заварить себе чаек. Если не ошибаюсь. Вот так вот. Да? Да, варить. Все, закипятили воду, добавили ромашку. И ждем. Так, хворост, хорошо. Материалы. Блин, а я без этого, как его... без металла я ничего не смогу сделать. Так, могу сюда поместить? Могу. Отлично. Давай крафтим. Нужно будет сейчас, наверное, пойти поискать металл. Сейчас сначала мы выпьем ромашковый чай с вами. Выпить половину, выпить все. Так, что это дает? Утечка энергии. Отлично. Исцеление. Во, шикарно. Будем чаще готовить ромашковый чай. Так, смотри. Мы здесь вообще ничего сейчас не сможем с вами сделать. По двум причинам. У меня нету материала. Это во-первых. А во-вторых, мне нужно будет сначала все подготовить. Каким-то образом. Чтобы мы сразу потом вылили по заданию. Вот, смотри. Соберите тиль. Соберите 10 небольших оловянной руды. Так, что мы здесь? Можем посмотреть. Так, добудьте не менее 50 грамм соли из корней одуванчика. Хорошо, соберите 4 зубчика чеснока. Соберите сырое мясо кролика и приготовьте. Угу. Давай тогда мы с вами делаем вот так вот. Готовим соль. Готовить. А могу ли я сделать здесь запас? К сожалению, не могу, да? А в доме, интересно... запас соли можно будет сделать? Да, можно, да? Да, отлично. Все, теперь если пойдет дождь, наша соль не исчезнет. Шикарно. Так, что нам нужно? Нам нужно найти с вами будет, во-первых, чеснок. Не знаю, нужно ли сейчас чеснок искать, как думаете? Где-то здесь чеснок видел. И готовить кролика. Нужно посмотреть, во-первых, есть ли у нас кролик. И не пропал ли он. Не пропал ли наш кролик. Потому что если он пропал, это будет печалька. Так. Хорошо. Заражен. Блин, на 1% заражен. Собрать... силки поставить. Давай сюда. Блин, не хочется мне есть этого кролика. Если честно, чтобы зря не терять здоровые хпшки наши. Так, сосновая ведь. Где-то я тут чеснок видел. Дикий чеснок. Ветка. Вроде бы где-то вот здесь я видел где-то чеснок. Одуванчики. Вот дикий чеснок, где я видел, да. Вот идем. Вот ты мой хороший, отлично. Давай, возвращаемся назад.
Так, что нам нужно? Где наш чесночок? Крафт добыть. Есть, хорошо. Собрали чесночок. Вроде даже и соль у нас готовая. Да, соль у нас тоже готовая. Так что берем, ставим кролика, чесночок и соль. И готовить. 0,7 будет заражение, да? А так у нас 1,3. Ну ладно, что поделаешь. Не знаю, если по заданию мне не надо будет его нямать, может мы его и не будем нямать. Может и занямаем. Так, давай сразу сюда. Сюда. Отлично. Палочку возвращаю на место из инвентаря. Здесь мы тоже делаем создать запас. Давай вот сюда. Шикарно. Что мы можем с вами еще скрафтить? У нас же есть глина, да? Крафт. Давай посмотрим. Форма земляной глины. Лезвие топора. Кирпич. Кувшин. Кувшин. Глиняный лоток. Так, кувшин для полива из мягкой глины. Ля, что нашел, ребят? Емкости для полива растений. То же мы сможем с вами здесь огород выращивать. Как думаете, может сразу сделаем? У нас же здесь время еще есть. Ага, время нету. Кувшин для полива растений. Что у нас тут по поводу глины? Блин, 2000. Ну, по идее, должно хватить. Даже не знаю. Так, 3 минуты. Хорошо, пусть кролик туда готовится. Пойдемте поищем с вами железную руду. Либо медь, что там нужно нам. Так, выложить не туда. Выложить вот сюда. Хорошо, уголь пусть с нами будет. Он нам нужен. Лапать это тоже пусть остается. Тигель, ну... Он вроде не мешает. Нам нужно найти кусочки медной руды и кусочки оловянной руды. Так, известняк. Известняк, известняк. Известняка у нас тут много. Это хорошо. Не знаю, конечно, зачем он нам нужен. Но нам нужен медь. Такие же самые камушки. Только они медные будут. Так, ой. Это волки, по-моему, да? Ага. Это волки позорные. Предлагаю убегать в другую сторону. И искать медь. Честно, я даже не знаю, куда нам нужно отправляться. В какую сторону, чтобы найти медь. Так, камень, камень. Дуванчики. Известняк, блин, известняка много, а вот меди. Большой камень. Может где-то возле реки поискать, либо может возле скал. Как мне тут скалу найти? Ты кто у нас, болото? А ты у нас дорога и домики. Блин, надо будет туда к дороге, к домикам сходить. Ну, для начала давайте, наверное, мы пробуем найти... То, что нам нужно по заданию. А потом уже в следующей серии мы уже сбегаем. И к домикам. Так, что это? Песчаник, ага. Это нам такое не нужно. Блин, где я вечно застрею? В чем конкретно я застрею? Черничный куст. Из-за чего я не трогаю черничный куст? Из-за того, что здесь еда пропадает, и как-то не хочется, чтобы она у меня в карманцах просто пропала, и все. Так, камень, камень. Ну, давай сюда к горам побежим. А, это не горы, это просто, понял. Маленький камень. И это маленький камень, да? Угу.
Вот вроде карта огромная, а то, что нужно, я ему найти не могу. Так, а что у меня в руках? Давай мы уберем. Вот с одной стороны, возле озера жить хорошо, там где я ушел, там как-то тихо и спокойненько. А вот с другой я не могу найти себе металл. И если мы сейчас с вами его встретим, нужно будет, во-первых, запомнить это место, а во-вторых, набрать побольше. Надеюсь, нам места для этого хватит. Нужно было, наверное... Так, тигель из мягкой глины. А, я не его... А почему? Ага, нужно будет еще тигель закончить. Ладно, закончим тигель. Это не без проблем. Большой камень, я не знаю, наверное, на этом мы сейчас с вами серию закончим. Я попробую побегать, найти металлы, все, которые нам необходимы. В следующей серии мы уже запечем тигель и попробуем сделать из металла либо топор, либо что нам там игра предложит. Как вы думаете? Так, вот медь, отлично. Есть медная руда. Шикарно. Вообще отлично. Так что да. Так, а где мы находимся? Далековастенько. Так что все, ребят, всем спасибо за просмотр. Я говорю, сейчас я поищу еще немножко. Когда я найду, вернусь домой. Нужно будет запомнить это место. И тогда уже потом, когда будут инструменты, сходим сюда и добудем... его полностью. Так что все. Всем пока-пока и до...